BMW 320. Здесь мы прокачали выхлоп, а именно установили вакуумную заслонку для того, чтобы с пульта у человека было два режима. Один тихий, комфортный, другой громкий для настроения. Конечно же, под это настроение меняется и манера вождения. Хочется переключать чаще в спорт-режим, хочется тратить больше бензина и хочется получать этих эмоций, потому что звук выхлопа, он мега-мега важен для любого автовладельца, а уж тем более для любителя тюнинга. Собственно, в ультравыхлоп мы прокачиваем машины в плане выхлопной системы, и весь процесс работ мы снимаем и также снимаем результаты, которые у нас получились. Поэтому, пожалуйста, оцените нашу работу лайком или дизлайком, отметьте нас или напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой новой BMW и по поводу того, как мы прокачали здесь выхлоп.